శ్రీమిని శ్రీమతి రాధారాణి మధుని కంప్లీట్లీ మధుని మన మధుగా శ్రీ రాధారాణి శ్రీమతి కంప్లీట్ మాత్రమే శ్రీమద్ భాగవత్ సో దిస్ థింగ్ వెరీ వెరీ సర్ప్రైజ్ వెరీ టెలింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ Махарадж говорит, что подобное мероприятие не может иметь места быть без милости Гурудева и без милости самой Радхарани. Сам Шримад Бхагаватам, я уже объяснял значение, что такое Шримад. Шри – это сама Радхарани. Шримад, Мад – это ее безумие любви по Кришне. Без той возможности, как вот так же, как Радхарани, она в безумии любви по Кришне дарует возможным людям услышать об этом. Также это место становится славным и редким. So, who is that? Many devotees, many devotees are doing that, you know. Somebody body, somebody mind, somebody money. Somebody coming, everybody, kitchen, they are controlling, every day somebody devotee, somebody control this mic, so everybody they are, everywhere they are doing service. So Krishna, Guru Vaishnava, they are not everything, they are everybody gave everybody mercy there. Говорит, здесь каждый участвовал в том, чтобы здесь появилась эта харикатха. Это было и служение телом, и умом, и долгими размышлениями заранее, и потом уже своими физическими усилиями в том, что в организации просады, в организации техники, то, что приехать сюда, то, что кто-то помогал своими средствами. Все преданные были очень воодушевлены и давали свою лепту в этом участии. Он говорит, Шрила Гурудев, Вайшнава, они все это видят наши, и они, несомненно, подарят свою милость. So here also, I am very, very grateful, I am very, very indebted to you who are the scripture telling, if not any listener, that's telling from the speaker, you know. So Prabhupada always telling, you are help me, you are Vipad se udhar karne wala bandhu. Yeah, delivered me from the calamity, danger. Yeah, why if you are not here, from I telling Harikatha, I cannot tell Harikatha, this is a storm of war, you know. So Prabhupada is, I am also indebted to you, why you are very love affection to me, everyone came, and you are get chance to me telling Harikatha. Maharaj говорит, я вам так сильно благодарен, невыразимо благодарен за то, что у меня была возможность здесь давать харикатху, говорит. Так как Прабхупада всегда говорит, я так благодарен вам, что вы слушаете от меня, иначе я бы просто никогда не мог бы освободиться из этого мира страданий. Как бы я тут мог, как бы можно было возможность говорить харикатху для всех? Только благодаря тому, что вы слушали, только поэтому у меня была возможность говорить Бхагаватам. And here Krishnadas Prabhu telling nice kirtan, Dushyanta Maharaj telling nice harikatha, you know, harikatha. Krishnadas Prabhu делал хороший, замечательный киртан, Dushyanta Maharaj давал хорошую харикатху. Все нужно пожелать. Nagar Didi, you can translate. Nagar Didi is saying Harikatha, you translate nicely. Nagar is the most worst translation, говорит Махарадж. Она мне постоянно портит всю проповедь. Люди просто спят, когда она что-то говорит. Если бы не Нагар Диди, то проба Харикатха была бы гораздо лучше, чем от Бхагавата по пробу Гаракшиньи. Только что Нагар Диди доказала, что она плохо переводит, потому что Махарадж сказал, что она очень хорошо переводит. So my English is not so good, yeah? My English is not so good. She is always staying in Vrindavan and help Russia devotee to translate Harikatha. So he is always listening. So my English is not so good. So when I do some little read, I see, try to tell. At Nagar Didi, больше нет никакого толку. Просто сидит, слушает Харикатху. У меня просто с английским проблема.
Но вот единственное, что вы должны делать, это пересказывать это преданно. Да, я думаю, с английским не очень хорошо. Но с английским, говорит, у меня не очень хороший английский, но на Гриндине, во Вриндаване, все время помогает русским преданным переводить. Ну, Okay. And this is the second day, another day? Madhuri, everybody clapping, they are... I am the very Gurudev disciple, you know, the very Gurudev, very old disciple here, who is the very long days came to Gurudev. I know to him, you know, there is so much love affection to me, you know, I have not any word I can give to, you know, glory to them. Maharaj говорит, я даже не могу найти слов для того, чтобы выразить свою благодарность и свое восхищение тем ученикам, старым ученикам Гурудева, которые приехали сюда, это послушать, которые тоже мне выражают свою любовь. Я тоже хочу просто, чтобы им поаплодировали этим преданным. We are everybody gave so much love to us. So I have, you know, had that kind of thing. Каждый из вас приехал сюда. This is a separation meal, Maharaj. Это просто было звуковое оснащение конца программы. Махарадж говорит, я очень благодарен людям, которые приехали сюда и подарили свою любовь мне. Я очень всем благодарен. Я так рад видеть здесь учеников Бон Махараджа, Мадхва Махараджа, Нейни Махараджа, Падмана Махараджа, здесь нет учеников. Здесь ученики, говорит, всей нашей санги. Старайтесь все, чтобы общество наше росло постоянно. Чтобы Россию превратить полностью в страну сознания Кришны. Я просто все время заставлял людей записывать это все в свои тетрадочки, чтобы потом практиковаться в жизни. So next time when I am coming, I saw minimum one person, five person bring here. И Махарадж говорит, во следующий раз приедете, чтобы каждый из вас как минимум 5 человек сюда привез. Здесь говорят, нет, большой простор, большой пандар, там и все остальное. Всем будет очень комфортно, удобно и жизнерадостно. You know, when I try telling Харикатха, Махапрабху, I help you, you know, I help you. So, this is not the impossible, I am not teaching, I am not free. You know, Swami Maharaj, you know, Sahaja, Gurudev, Sahaja, every Mahaprabhu, you know, some of the teaching, I am with you always. Mm-hmm. Mahaprabhu himself tells, when telling my Katha, I am always with you, I am helping you. Mm-hmm. Махапрабху говорил, что когда если ты будешь давать харикатху, ты будешь чувствовать, что я с тобой. Вот говорю, что если вы будете давать харикатху Гуру Дейв, Вашнаву, вы будете чувствовать, что они всегда будут помогать и что они с вами находятся. И Махапрабху просит, что те, кто вам близки, рассказывайте людям. Не говорите о каких-нибудь простых мирских темах, говорите именно о Кришне, о Харикатхе. Nice.
everybody house one make Bhaktivinoda Thakur tell Namaha. Everybody house become one Namaha. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже просит мне сблизить людей с этим и помогать людям. Так, как младше, надо в каждом доме сделать свою намахату. Если к вам придут в гости домой, если вы расскажете на Кришну, вы будете петь песни вместе киртаны, ваш дом это не будет домом просто, это будет уже Галока Вриндаваны. Все, что вы слышали от Гуру Вашнава, старайтесь это рассказывать людям. Хорошо. Хорошо. Окей. Хорошо. Гуру Вей Гуру Чандрай Ради Гуру Дьяли Кришнай Вишна Бхактай Дхактай Нималама. So I want to thank Srila Gurudev and Sridhar Maharaj too, that he gave us inspiration to do this wonderful Bhagavad Sapta. All the devotees who participated in Krishna's Prabhu and all the devotees, Vishnu Haridu, all the devotees and Nari Devi, all I thank all of the devotees for participating in this great festival. Я хочу поблагодарить Шридхара Махараджа за то, что он воодушевил нас на проведение Шримад Бхагавата здесь, в России, о том, что так много людей помогало. Я хочу поблагодарить Вишалку, Лиди Мадури, всех людей, которые приехали сюда. I request that you are living in Russia, sometimes you can collect money for tickets, sometimes you cannot collect. Sometimes you have sadhu sangha, sometimes you don't have sadhu sangha. But I request you that treat the mala given by Gurudev as like your own mother. Take care of his mala. His mala is going to give you devotion. She is going to be just like mother gives the breast milk to the child. His mala gives us bhakti. So this is what Gurudev has given us. And try to protect your mala. Don't wash the malas, the dress. And just like we cannot stay naked, we need clothes. Mala also needs proper dress. This is a dress, this is big bag. Respect your mala. Touch your head, touch it to your heart, keep the mala. Chant Hare Krishna all the time. And this mala will take you back on Bhakti Godhead. Gurudev has given this mala to you. No, before this it was. Можете ли вы, вы живете здесь, в России, это далеко. Но иногда получается заработать деньги, иногда не получается заработать деньги. Иногда получается возможность садусанги, а иногда нет такой возможности. Но я вас прошу об одном, пожалуйста, всегда заботьтесь о своей мале, всегда постройте отношения со своей малой, со своими четками. Вот это что, Гурудев дал нам это, Гурудев дал нам ее. Нам нужно понимать, что это эти четки, это наша мать. Вот точно так же, как ребенок пьет грудное молоко у своей матери, точно так же это мало подарит нам бхакти. И нужно всегда помнить о том, что мама, она не может быть голой, она должна быть... Она должна быть в хорошей одежде, в чистой, хорошей, аккуратной одежде. К маме относится с большим почтением, с большой внимательностью. Махарадж показывал, ее нужно целовать, ее нужно прикладывать к колбу и считать, что она является как самым дорогим и ценным для нас. Это от себя. Я просто много раз видела, что преданные не бросают, даже они считают, что мало это ценно, а мешочки, они у себя дома могут валяться где угодно, в самых грязных местах. Это как одежда для наших божеств. Божества внутри, а это их одежда. Поэтому, соответственно, именно такое почитание в отношении должно быть к ним. This mala, don't touch it to ground when offering obeisances to someone. One offer of pranam, then take off the hand from the mala. Don't keep it on the head because the food dust is there. Keep the mala in a clean place. Chant with the mala. Don't keep it in the bag which is dirty thing. Your shoes are also there. Keep it around your neck all the time. Then you go to pass urine on gold and parikrama or someplace. Give the mala to your friend. Pass urine, wash hands, then touch the mala. Don't take it in the toilet.
it, you take it to unclean place. If you commit offense to mala, then your work will be destroyed. So always protect this mala which Gurudev has given. Махарадж сейчас как раз говорит, не нужно, нужно всегда беречь свою малу, никогда не чтобы не было звон, чтобы она прикасалась к полу, чтобы она прикасалась к рукам, которые прикасались к полу, чтобы она не лежала на постели, потому что там находится ваша пыль, там, пыль ваших ног, чтобы она не лежала в сумке, там, где лежит ваша обувь, чтобы она, чтобы вы с ней не заходили в туалет, чтобы вы не заходили в грязные места с этим. Если заходите предложить поклон, мало нужно убрать из руки. Чтобы она не лежала в сумке, там, где у вас лежит что-то грязное, то мало должна быть на шее. И к ней всегда относятся, берегут ее от всего грязного. Don't think that this mala which Gurudev has given is made of wooden beads. It's a dead mala or inanimate mala, unconscious mala, no. Actually, just imagine, any mala which is of wood or dull object, how can it give you bhakti which is completely consciousness? Suddenly this mala is completely conscious. Actually the Nirumal is Krishna himself and one of the eight beasts is Radha Krishna, gopis, everything is there. So this mala which Gurudev has given is actually the entire Vrindavan in your hand. So always respect mala, don't lose your mala. If you lose your mala, then your connection with the Gurudev will break. So be very careful. Don't lose your mala. Always keep your mala very safe. Итак, Махарадж говорит, что не думайте, что эти четки, что это просто деревяшки на одной веревочке. Как могут деревяшки подарить вам бхакти, которая полное сознание? Это туласы, которые нужно соответственно, нужно развивать отношения о том, что это сами Радха и Кришна. Также Махарадж сказал, что если вы потеряете четки, вы можете потерять свою связь с Гуру. Махарадж будет каждый раз во время Бхагавата менять тему, которую он будет рассказывать. Потому что Бхагаватам он очень большой, и каждый раз во время Бхагаватам он будет давать что-то новое. And also through sometime trying Brihad Bhagavatam is the essence of the Bhagavatam. Maharaj always tells you this Brihad Bhagavatam. And he also wants to give Brihad Bhagavatam, which is what he heard from Shiva Gurudeva, who taught his students. Sometimes listen to Chaitanya Charitamrita. Sometimes where? When? When I am programmed to hear, you know. То есть те программы, которые будут организованы, он будет читать из Брихад Бхагаватамрита, из Чайтанья Чаритамриты, в следующий раз важная тема. Тоже хочу Алаверды, ответное слово. Большое спасибо Махараджу. Хотя он говорил, что там только голову благодарен, все так, я просто так слушала, так столько кому-то благодарен, больше там, это еще надо разбираться на самом деле. Вот, я не буду много говорить, как бы времени действительно много уже, как бы, вот, маленько, может быть, перед ней устали. Вот, просто хотела сказать, что как бы тот видеоопрос, который мы недавно проводили в виде интервью, так и показал, что на самом деле для преданных это очень важно, так собираться два раза в год. Я вот так вот подумала, прошло полгода с прошлого ретрита, мы приехали, и столько всего было, столько реализации за эти полгода, такой маленький промежуток времени, и столько всего замечательного случилось у преданных, реально. И они рассказывают захлёб, руками машут, я была все, как это работает, то, что мы практиковали, то, что нам дали наши старшие вайшнавы, мы это применяли, мы это в свою практику внедряли, мы получили результат, и мы были удивлены, ничего себе, это так все оказывается, вот так вот все. И мы, короче, вот этим, с этим мы делились, для этого ретриты, дорогие преданные, они для этого существуют, чтобы преданные могли съехаться вместе и поделиться. Хорошо у вас практики, все удачно, есть вдохновение, есть результат, приезжайте, поделитесь.
плохо, есть проблемы, есть какие-то вопросы, приезжайте, поделитесь. Вот, и вы получите помощь. И вы получите помощь. Не надо одному как бы там где-то сидеть и думать, я никому не нужен, никто мне помочь не может, еще какие-то варианты. Нет, нет, помощь всегда придет, Гурудев всегда рядом, он всегда с нами, и нас всегда посылают наших старших, своих старших учеников, наших старших вайшнавов, на которых мы равняемся, след, след, за которыми мы идем. Я уже это говорила, как бы это очень важно. Вот. Мы смотрим и видим, что они такие же, как наш Гурудев. И мы будем рядом с ними, будем служить катху, которую они дают. Я как бы надеюсь, что как бы на следующий ретрит приедет уже действительно гораздо больше людей, как бы, которые смогут так же, как мы, почувствовать вот это вот вдохновение, вот это вот счастье, вот этих 7 дней, вот эту вот радость, вот этот запал, который мы здесь получили, что они также получат все это же настроение, прям у меня прям такое сильное желание, через вас они должны это все почувствовать. Что у вас внутри, какие у вас, они должны через вас проникнуться. Потому что я знаю, как это было. Когда приезжали с ретрита, начинали рассказывать, как бы люди вдохновлялись, реально, тоже как бы, а можно, многие дни потом считали, там, а когда уже сколько, месяц, два осталось. Потихоньку, неделя, две, все, и так потихоньку, как бы, собирались, так вот было. Вот если, как бы, приедут действительно еще преданные. И у меня действительно тоже много слов благодарности, очень много слов благодарности преданным, которые здесь помогали. Ачинские преданные, это просто супер преданные, это просто вообще, как бы, я не знаю, Индулей Хадиди, Шабхану Мандини, Модин Мохан Прабу, вот это теперь есть и замечательное имя, как бы, ачинские преданные, Прама Приедиди, да, это замечательные, такие замечательные люди, прошу прощения, если кого-то не упомянула. Вот, ну, они буквально, говоря, обеспечили нас всем, они очень сильно помогли, очень сильно. Мы практически не знали забот, благодаря их опеке, их вниманию, их заботе, их помощи. Вот, благодарить хочу всех, кто участвовал, все приняли участие. Хоть в самом даже маленьком служении, но от каждого был на своем месте, от каждого шла помощь, реально. По мне видели за множество изготовлений регламент в течение почти всего времени. Это многие преданные действительно, которые просто мы уже служили преданным Гуру Вайшнавам. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Махарадж очень благодарен Индулеке людей, которые привела новых людей, помогает новым людям. So Prabhupada, if one person who is going to observe this Maya, if one person is going to spiritual life, you know, he can, how much he can this benefit, tell you, if somebody opening 1,000 hospital, school, college, and Arna Chakra is, what he got fruit, he can more than 1,000 more than fruit. He was going to bring only one person to spiritual life. Prabhupada говорил, что если сравнивать, если сравнивать открытие больниц, школ, там, различных таких здравоохранительных учреждений, говорит, это никак не может сравниться с тем, если вы приведете какого-то человека к этому, какого-то нового человека, подарите ему эту возможность совершать баджан. Поэтому, говорит, Вам очень нужно, чтобы вы приносили эти цветы и продавали их лотосным стопам Кришны. Now he completely loved his father. Now somebody put him in school, somebody gave cloth, somebody gave food. But after some days, you know, somebody saw his father. Lord, he is his father. Now he brings his father, now he made his sons. You know? Now telling who is the great donor, who is the help to rise, who is the food to school, who is the help, who is the now superior. Говорит, Махарадж, я недавно рассказывал историю о том, как потерялся
отец и сын. Просто там интерпретация, он говорит, что когда сын даже несколько дней уже прожил без отца, и несмотря на то, что у него было всего в достатке, он все равно не мог жить спокойно. Он говорит, сколько бы мы люди добра не делали, мы все равно запомним именно ту личность, которая привела нас к Кришне. Потому что это будет самым дорогим и ценным в нашей жизни. Потому что это будет самое огромное великодушие в нашей жизни. Окей. Поэтому мы все в этом мире это потерянные сыновья и дочери. Если мы поможем людям, это самое ценное, что мы, самый большой подарок, который можно сделать человеку. Махараджи, do you really want to speak a little bit? Я просто хочу два слова сказать, что Вишакха и Мадхурика, мы очень близкие давно люди. И я считаю, что настроение у Вишакхи, служение Гурудеву, и Гурудев ей это помогает выполнять эту миссию. А теперь арти. Как бы хорошо в следующий раз иметь просторные помещения, когда преданные летали бы на санкиртане.